Угу. 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 Я такого, ребята, не видел. Вы просто посмотрите на это. Лбы дуплетами. Тестируем, как лодочка идет на 10 лошадках. Смотри, красота. Но вес нужно пересаживать назад. Ну, блин, джеки 110 килограмм, меня 90, 200 кг. И носок загружен снастями. Так, немного зарядилось и хорошо. Ребята, приехали на место. Жека, привет. Привет. Жека уже шарашит. Мы только начинаем. В общем, поставил я балансирчика. Будем отсекать мелочь и выступать по крупняку. Это да, первая поклевка, ну четко судачья, с ударом, ну все как полагается, небольшой, но... О, красавчик, вперед, веселись. Спасибо. Оба, ребята, смотри, хотел перезабросить, прикинь. У тебя поклевка? Да, смотри, вот он. Ничего себе. Да ну ладно, ты шо? Подсел. Что-то готово. Смотри. Ничего себе. Тихо, тихо. Но небольшой. Поклевка, да? Не, я вытаскивал, хотел перезаброс сделать. В пол воды взял. Ну это точно, наверное, лобастик мелкий. Либо лещик какой-то. Бели он хватает на эхолоте. Ой, ребята, 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 вы помните эти ощущения, да? Вы помните? Кайфок. Сейчас, сейчас, сейчас. Главное не форсировать. Смотрите, ребята, какая была проблема у Жекентия. Он зажал фрекшн. Ну, дабы посмотреть, давайте попробуем дать ему погулять. Угу. 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 Не будем. Ого. Сколько у тебя шнура? Ого. 130 метров. Но я не хочу давать форсировать. Хочу посмотреть, какой он. Потому как в прошлый раз я сотрешил. Да ну реально, ну я же удерживаю. Ты гля. Слушай. Ну это что-то большое явно. Стал. И приуныл. Стал. Иди, иди назад, братанчик. Смотри, ничего не могу сделать. Видишь? Ух, стоит, смотри, стоит. Ух ты. Да ну ладно, давай, друже. Сдавайся. Ребята, дежавю. Я просто всем хочу пожелать этих ощущений, удерживая этого зверя. Да, он всплывает. Кайфок, слушай. Ну, иди, иди сюда. Да ну не дури. Да не снимай же с якоря. Сниматься? Не-не-не. Сейчас мы будем его. Стой, 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 стой. Тихо, тихо, тихо. Ребята, он просто не идет. Вам видно, здесь все хорошо. Камера работает. Видишь, стал и ну что ему делать? Ждать. Ждать. Крутить хоровод.
друг. Друг сердечный. Когда-то у меня была такая история, я говорил тоже, наверное, мощная рыбина, лобатый клюнул. И говорю, вот если бы судак этих размеров был, и всплыл он, 5300 его было, у меня волос стал дыбом. И я тоже очень-очень хочу, чтобы это был судак, но взял я его с полводы, когда вытаскивал приманку, хотел, ребята, перезабросить на миляк. О, смотри, что он делает. А ну, Жека, погоди, 5 сек. Ну, Жека, блин. Ну, Жека, блин. 5 сек. Давай. Твои предугадки какой? Это 8. 8 плюс? Не, 8 минус. Ну, уже немного подустал парень. Да и я немного подустал. Ребята, надеюсь, вам интересно. На нас пошел. На нас. На нас, на нас, на нас. И от нас. Ну не дури, давай. Ты просто покажись, братан. Ребята, шел 10 минут. Фу. Ощущения, эмоции на пределе. Судак, Жак? Судачишка. Супер. Есть? Что-то есть небольшое. Да, это все. Он на нас идет, он сейчас пойдет в другую сторону. Ну не гони, только не говори, что ты тоже зацепил. Да я уверен. Ребята, а ну смотри. Смотри, что делает. Слушай, вот это мы с тобой зашли. Охренеть. Просто охренеть. Ты своего-то выгулял, а мы еще. Не форсируй события. Тихо, тихо. Фух. Я, короче, не знаю, что делать. Ну смотри, ни хрена не делает. Стоит. О, так у тебя под лодкой, слышь. Ну, это не меняет ничего, я тебе скажу. Фух, у меня рука болит, рили. Ты посмотри, встал и стоит. Он у меня пошел. Смотри, что тебе. И бульбы днёс. Слышь, это что-то с чем-то. Походу, блин, понял. Вот с этого переката, что мы стоим, проходила стая. Проходила стая лбов. Когда же он встанет? Со дна взял, да? Да, да, да. Поклевочка была, то ли судачок мелкий отпалился. Я выматывал. Слышь, охренеть. Фух. Охренеть. Вот это да. Фух. Жека. Когда ты уже встал? Да. А смотрите, ребята, что под лодкой 9 метров глубину мы бросаем на 2 метра и ходят вот это либо лещ, либо лоб. Смотри, ну я ни хрена не могу сделать. Кто ты? Такая же ситуация. Кто ты? Ну давай пожмем руки просто за удовольствие. Да. Спасибо тебе, Артур. Чисто за удовольствие. Лечь дуплетами. Этот лоб. Лоб дуплетами. Ух, слушай, что делать ему?
Так он тебе уже там плавал. Ну да. Ну, я боюсь форсировать. Ребята уже рядышком. А? А уже Кентия тоже рядышком. Слушай, не форсируй. Фу. Я такого, ребята, не видел. Вы просто посмотрите на это. А ну, Жека, посмотри сюда, улыбнись. Вот это фоточку запилить бы. Щелк. Да, круто. Да. Лбы дуплетами. Так, ну вот где-то мы здесь. Уже виден? Ну, еще не виден, но подвожу. О, мой что-то разбушевался только. Ты смотри, что это творит. Фрэкшн дымит. О, вот он. Виден. Да, это будет долго. Подходит, ребята. Подходит. Покажись. Да ну не гони. Ой-ой-ой, ребята. Давай. Есть? Фу, благодарю же, Кентий. Пожалуйста. А у тебя сошел, да? Да. Ну это я у меня, слышь, 8 кг. Ну я был прав. Да, ты прав. Ты прав, 8. Где посижу, где полежу. Смотрите, ребята. Вот такой вот балансорик предоставил нам удачу. Так, пацан, иди сейчас на фотосессию. Хорош. Блин, солнце затеняет уже. А мне давай сейчас. Ух, ребята, я надеюсь, вы кайфанули вместе со мной. Ощущения незабываемые. Тем более, я где-то 10 дней не выходил на воду. То все старые видосы, запасы. Сегодня, после 10-дневного лечения, вышел первый раз на воду. И такой бонус. Просто шикардос. Ух, ручки труханятся, ножки труханятся. Да, согласен. Ловим судака. Попал салоп. Что делать? Одного можно взять. Я надеюсь, вы меня поймете. Жека! Что так? Ну, попускай. Поклевочка была. Попускай. Пускай он лучше. Мари его. А ты же говорил мелочь. Да все не скоро. Спиннинг в дугу. Катуха дымит. Знакомая ситуация. Еще круто то, что мы, блин, без якоря. А-а-а. Штиль, понял? Ты понял, да. Я думал, это лоб слабенький. Не. У нас таскает. Да, да, он лодку просто тащит. Вот. Ничего себе. Ах. Вот это балансиры тебе, девятки, как шарашат. Я вареный. Ну, лбы такие, они интересуются приманками. Просто так они бы не... А не, смотри, смотри. Ну, хорош. Хорош. Ты видишь? Хорош. Кайфуй. Он только под паку увидел сразу. Наступил. Стремненько стало. Ох, Жека, рот за тебя. Вот он, не поднимай его высоко.
Давай. Тихо, тихо, тихо. Ничего себе, блин. Боюсь. Моща, моща. Эх. По прохладной водичке он немного слабее, боец. А по тепленькой могет. Вот могет. Уже и рука затекла. Да ну ладно. Наслаждайся этим моментом. Редко такое бывает. Просто вилла. Где он? Попал? Не, не попал. Не видать его-то. Я ж боюсь, чтобы не балансир, понял, с обратной стороны не шваркнуть. Такое бывает. Отпадают от вампиров. Наслушался. От одного уже наслушался. Ух, красавчик. И только такие бульбы. Фу. Вот он. Да, смотри, захавала взял. А ну приподнимай, чтобы я его видел. Не хочет пока. Не желает. Ай, молодец. А нить какого диаметра? 0,12? Обычная судачья. Ну это китайская нить, там что-то написано 0,8, а по факту где-то 12. Смотри, что делает. Вот гад. Сюда, давай. Загоняй его. Нужно не шевелиться. Давай сюда его. В лузу, в лузу. Да ну ладно. Ага, нет. Ушел. Ну давай сюда. Видишь, он видит, короче, то ли подсак, то ли лодку. Ну сейчас, просто покажись. Есть. Смотри, видишь, да? Красавчик. Не, ну чё, это пятерка. Это пятерка. Спасибо. Это пятерка. Видишь, интересовался, схватил за голову. Да, и вот здесь такое количество, даже судака. Судак, да, не дает клюнуть судаку, гад. Много, да. Все, друзья, нам по одному лобику хватит с головой. Сегодня судак абсолютно отказался брать. Мы поймали 7 шпенов. 7 шпенов все были утопленники. Вставлять, наверное, я их не буду. Там нет ничего интересного. А вот сражения вот эти. Я надеюсь, вы видели и получили эти эмоции. Переживали вместе с нами. Круто. В основном зависание балансира пауза составляет в районе 5-7 секунд, потому как здесь яма офигенная, и получается, то ли балансир падает им на лоб, то ли, блин, ну хрен его знает, как это получается, но имеем, что имеем. Кайфок получили, рыба есть, чего еще добавить? Не сидите дома, идите на рыбалку, получайте удовольствие. Все, ребята, всем пока, до новых встреч.